Здравствуйте! Прозрачное янтарное варенье из айвы. Совсем мало людей, которые любят айву в свежем виде, но стоит приготовить из айвы варенье, джем или компот. Но кто откажется от удовольствия ощутить этот пряный вкус и непередаваемый аромат, который известен всем освежающим, бодрящим эффектом? Это рецепт варенья из айвы. Нет, не так. Это идеальный вариант приготовления варенья из айвы. Утверждаю. Итак, у меня 4 килограмма айвы. На каждый килограмм нужно добавить 500 миллилитров воды и варить айву минут 15. Айва становится мягче. И далее готовить варенье, как обычно, в два подхода, в конце добавив орехи. Призываю. Приготовьте это варенье. Спешите наполнить свой дом невероятно приятным ароматом. И эндорфины в крови вам обеспечены. Всем теплой зимы и приятного чаепития!